Всем хайку, друзья. Снова с вами. Летим куда-то, зачем-то. Рандомить летим. Угу. Возможно, что-то будет. А может быть и нет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я думаю, если сейчас не получится, то это просто сделаем как-нибудь, когда найдем. Угу. Я бы очень сильно угорал, если бы мы сейчас ее с первого попытки с первой нашли. Ну нет, там. Я помню, я ждал на этой локации часа два, по-моему. Пока мне повезло. У меня не скоро будет столько много времени свободного. Минимум дня через два. И то не факт. Так. Это у нас... Ну, какой-то... Да ладно, подожди, это... Очаг одержимых. Очаг одержимых, так. Сколько времени до конца ивента? Не знаю, минута 43. Класс, значит, у нас минут 43, чтобы найти крокозябра, но я не смогу тебе описать вкратце, где здесь могут быть крокозябры, потому что я сам точно не помню. Но нужно найти большую крокозябру и убить ее. Пьют что-то из земли. Мне но главное, разницы, ивент не выполнять. Сейчас быстрее. Я примерно помню парочку мест. Будем надеяться, что она будет в одной из них. Ну ты ори, если что. Угу. Скажи, что ты здесь, пожалуйста. Сука, он не здесь. Окей, попробуем другое. Еще вспомню, где эти другие места находятся. Где я? Так. Какие-то там за тобой надо следовать, короче, если что ты найдешь, мы убьем, может быть. Mm-hmm. 40 секунд у нас осталось на то, чтобы ее найти. Кайф, так. А я не помню, где еще есть места. Где-то вот там вот справа есть переулок, вон там вот. Значит, там портал уже открыт? А-а-а. А, похоже, кто-то уже застилил у нас, можно сказать. Черт. Да, ну не требуется. А, подожди, иди сюда. Ну-ну-ну. А, можно зайти, ее. Да, лол, халява. Кто-то за нас сделал. Окей, у нас, короче, 20 минут, чтобы пройти эту хрень. Ну, прикольно. Такие что-то катались, такие, о, можно зайти. Да-да-да, что-то я такой думал, что надо хотя бы помогать там убить. Я помню, как-то пробовал, типа, но у меня портал был неактивный. А тут что-то за нас убили, и типа, ладно. Видимо, требуется минимум 50-й левел. Да нет, нет, там... Без разницы. Короче, следуй за мной. Потому что сейчас будет немножко жестко, у нас 20 минут. Попробуем все урать. Иди сюда, стой. Так, тут очень много хитростей. Вот, короче, здесь, а потом идем вот сюда. Давай. Ты вот понимаешь, да, к кому ты сейчас обратился по этому поводу? Давай, я верю в тебя. Я не знаю, можно ли наоборот это сделать. Давай сюда, попробуй. Короче, может их просто убить? Я просто не уверен, что там можем быстро так пройти. Короче. Ты иди как по сокращенному пути, я пойду так. Ну давай. Тоже где могу сокращу, где могу просто перепрыгну. Стараюсь ни с кем особо не сражаться. Ну там очень запутано, поэтому... Я к тому же сам там другими путями не ходил особо. Да, я тебе помогу, попробую. Да ладно, я пройду как бы. Пошли, пошли. Нормально. Че ты? Разберусь. Ну, давай, тут нет никого. А, слышу, типа надо разрушение аномалии сделать. О, стой, я спрыгнул. Так я дошел уже до тут, там никого нету. В том-то и прикол, тебе нужно было оттуда запрыгнуть кое-куда. Давай еще раз. Да. Вау. Вот сюда тебе нужно было запрыгнуть. Оттуда. Все, я понял. Подожди, мы случайно не к другим чувакам попали? Нет, время было бы другое. Странно. Жесть. И все, и типа больше туда никуда не надо, так там прыгать и все. В каком смысле? Ну, типа, вот сейчас вот в этом месте только геморроится с прыжками, или потом еще придется. Это самое интересное. Типа, ну как тебе сказать, да? Да-да-да.
Ну, типа, я и так, на самом деле, довольно сокращаю здесь, везде и всюду. Вот интересно, давай, вот сюда, хрень, где можно я стою? Открыть? Нет. Вот сюда, куда я стою, да? Серьезно? Давай. Серьезно. Шуруйте отсюда. Ну, больше вероятности, по идее, нет? Да, наверное. Давай. Ай! Ну, в принципе, ладно, с первого раза мы это точно не закроем, но пока что попробуем найти самый оптимальный путь, который ты сможешь найти. На ханте это попроще. Ты застрял. Самое смешное, я застрял. Не надо так. Ты моему ханту скажи. Давай. Сука. Но у него очень с управлением хреново. Либо я просто до сих пор на нем не освоился, как бы, да? Давай, во. Так, теперь идем сюда, в дырку падаем. Не разбейся. Это будет сложно сделать. Следуй за мной. Главное, не теряйся. Посмотри, берешь так вот, хоп. И вот зачем? Сюда. Да, так, теперь вот туда. Ну, здесь, окей. Вот сюда вот, да? Да, в туннельчик. Куда? Значит, где ты? Ясно, понятно. Именно туда. Вот именно так, да? Давай в дырочку. Так, здесь платформа выталкивает, поэтому осторожно. Видишь, да. И вот сюда надо спуститься. О. Да, прыжок веры, давай. А? Так, теперь проходим здесь аккуратненько. Не сразу тебя перепрыгнуть, потому что там платформа еще сверху выталкивает. Да, я видел, да. Ну а дальше ты куда? А, ну вот. Сейчас, вот туда. Давай. Ну, а здесь в изи было. Что окей. Дальше? Вот, на ту платформу теперь. Оу. Ну это сейчас попадешь изи. Туда. Я бы лучше разбился в следующий раз, ладно, я понял свой косяк. Я тоже упал. Где? Так, я здесь, окей. Давай. Молодцом. Теперь вот так вот. Красиво делаем. Да, очень красиво. Так, стопэ, мне надо сменить умение, чтобы я так красиво мог делать на регулируемое. Где оно там? Средней скоростью и управляемостью. Жух. Нет, я такой поворот не сделаю, чувак. Давай, ты смотришь. Не, серьезно тебе говорю, у меня не получится, если с такой этой. Ну, выбери какой-то там прыжок, по-любому там можно ворот пройти. Можешь ворот пролететь как-то красиво, боком. Может, мне проще долететь куда-то, куда там дальше? А дальше ты не долетишь, скорее всего. Я долечу. Нет. Слушай, а здесь можно с другой стороны пройти. С другой, ты уверен? Ну, надеюсь на это. Иначе я в жопе. Давай, ты сделаешь этот угловой прыжок, что-то. Разве на вороте так сложен? Разве на вороте так сложен? Хочешь попробовать за меня, да? Нет. А, я вообще его с краю. Так, ну я примерно понял, как это сделать. Ура! Это жесть так. Адовая. Теперь здесь платформа туда-сюда двигается. Типа так ты идешь. И не успеваешь, короче, да? Надо успевать. Сука. Тайминги.
Надо было мне там стоять, ждать просто. Да, там можешь было дожать. По одной проходи так. Земля, я иду к тебе. Давай. Сейчас он обратно задвинется. Тайминги же, сам сказал. Да-да-да. Я бегу. Нет! Так, сейчас. Беги. Ту. Давай. Еще дальше, беги. Сейчас, нет, она закрыта. Идем. Во-во-во-во-во! Так, теперь вон туда. Ну, смотришь. Это вообще в изи. Добрый, ну, окей. Конечно. Так. Здесь катается платформа вверх-вниз, на нее надо запрыгнуть. Вон. И потом вот туда вот. Катается. Сейчас. Главное друг другу не мешать. Да-да-да. Что это было? Ты меня толкнул? Главное друг другу не мешать. 10 секунд позже. Ладно, давай, ты первый. Окей. Ты в любом случае первый, потому что я у шариков. А, тебя откинул немножко. О-па-па-па-па-па-пам! Сука. Грёбаные шарики. Что, мне проще шарики, по-моему, поверху перепрыгивать. Да. Давай, давай. Там просто вот на моменте, когда ты выходишь, там есть такой маленький, нехороший уступ такой. А, я понял, что помешало, там стенка выскочила. А, кстати, да. Аккуратно. Вот, теперь идем сюда. Жух. Жух. А что, не дальше? Не дальше, сюда. Тут тупики везде посюда. Нас тут не зажмет? Нет, но нужно идти аккуратно. Ну окей. Такие приголисты еще из первого раза прошли. Да, теперь еще веселее. Поехали. А-а-а. При этом еще здесь выталкивающая хрень, поэтому нужно немножечко не втыкать. Угу. Так. Там дальше по платформам. Угу. Ай, я тоже. Ну и вот чем. И заметка. Изи каточка, да. О, я прям возродился чуть позади тебя. Меня эта хрень просто вытолкнула, как бы, и она вот рядом прям была. Она еще и бьет больно, зараза. Там, наверное, тем при тебя попал. Вот сюда, а теперь веселее, вот туда. А, вот сюда вот, да? Да-да-да. Ай. Вот ты меня откинул, вот туда, да. Так, и жди меня здесь. Тебя ждет вечная тьма. Да-да-да. Чего он на меня орёт? Это этот, Амун. Это Амун, да? Все, окей. Чё, так, дальше-то? Куда? Иду. Так, дальше идем вот туда. Можешь там по платформе пройти, сбоку. Зачем? Поп-поп. Потому что я крабик. Потому что ты крабик? Да. Вот сюда давай. Запрыгнул? Да. Смотри, видишь, сколько здесь порталов? Да. Вот все порталы убивают, кроме одного. И это вот этот вот. Ты уверен, да? Да-да-да. Я куда-то больно упал. Так, здесь свет. Так, ну здесь можно... Два пути, подожди, стой назад. Назад. Можешь попрыгивать там очень-очень долго и мутно, а можем вот здесь через секретку пройти. Если я вспомню, где она. Вот она, здесь. Вот сюда. Вот, да. Потом... Вот сюда, по-моему? Да. Вот сюда. Здесь я? Бездна. Ну, или я мой какой-то. Ой, зачем я прыгнул? Окей, нормально.
Теперь еще веселее. Давай, прыжок веры. Вот, прыжок веры, да, был только что, да, секунду. А, жизнь. Пока. Давай, ты смотришь. Играл же в Ассасина, любая, да? Да, вообще, да. Давай, давай, прыжок веры. Уху. Правда, здесь нет этого. Куда приземляться? Ну, да, сена нету, да? Да-да-да. А там надо было дальше, да? Меня просто стенкой толкнуло. Надо дальше. Там же была стенка, да? Я правильно понял? Угу. Так я думаю, я, главное, за тобой прыгаю, что-то не пошло. Так ты где-то? Я что-то не очень вижу. А, ты... Ага. Оу, меня стеной оттолкнул, серьезно? Стеной? Да. Я, короче, видимо, просто очень большую скорость набрал, у меня типа стеной такой бамс, просто мне... Я мордой в нее влезался. Оп. Оп. Это проблема. Раз попытку... Да, блин, меня что-то выкидывает сегодня. Я могу... Так, ладно, дальше куда? Попробуй пригласить меня, меня вытянуло. А, нет смысла, наверное, чёрт. Ну, попробуй меня пригласить. Секунду. Ну, судя по музыке, мы уже где-то рядом. Попробуй. Ну, потому что я как бы не там, я не знаю. Ну да, ты там рядом, по сути. Так, ну, мне... Куда мне это интересно? Нельзя вступить в это боевое задание, в котором она часто подходит к концу, повторить попытку еще позже. Удачи! Так, мне куда? Дальше что? Ну, там... Идешь в щельку, очевидно, да? Потом налево. Мне, короче, надо убивать разные лучи! Лучи? Ты уже там? Я уже там. Ну там, где монстрики, да? Да-да-да. Вот, убивай их. У меня на это 5 минут, есть 6 даже, вау, я круг. Ну ладно. Потом там еще 2 раза так надо сделать. Да я что-то с этими серверами, что-то похоже, не очень. Ох, меня поимели прям, прям так хорошенько. Там что-то жестко все. Да. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Тащи. Да ты чё, шутишь что ли? Тут такая ересь. И главное, меня с каждым разом все дальше и дальше откидывает. Блин, так зарандомно, потому что с первого раза, по сути, нашли. Ну, знаешь, это вообще не спасает ни разу. Ну, в следующий раз ты будешь ученей, как бы. Попрыгаешь с первого раза все. Я уж не помню, блин, как прыгать. Ладно, попробуем с мечами их зарубать. Да. Да. Так, живем, возрождаемся, чуть надо. Нет, 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 нет. Отстань! Не, я не пройду. Сколько тебе там времени осталось? 4 минуты. Ну давай. Че ты? А, мне прям в задницу вставили. Так, вылезаем, 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 пока тихо, спокойно. А! Больнючая хрень, которая в меня стреляет. Типа, я еще и в углах посидеть не могу, да чё за... Дайте мне здоровье хоть восстановить, сволочи. А, жесть! Адовая жесть вообще. Ну да, там жестко. Так, я уничтожил 2 из... скольких-то миллионов. Мне прям в жопу садили. 3 минуты осталось, черт. У меня нет нормального оружия, блин. У меня был бы автомат, вообще вот изи было бы.
Тебе в следующий раз возьми. Не, на самом деле ты не успеешь. Спойлер. Там просто еще боссик будет. Да, я догадываюсь, у меня 3 минуты осталось. Да. Такой приколись и успел, да? Нет, точно нет. Вот я ржать-то буду. Ну, если тебя просто вытянет. Можешь попробовать сейчас выйти, попробовать еще раз рандомить, может там портал появится. В попытках возродить портал, да? Да-да-да. Так, ну ладно. Я разрушил аномалии. И осталось 1 минута? 2. А-а-а. Такое, может, что-то и получится, да? Че, ко второй стадии уже перешел? Не знаю, мне осталось убить одного мразотного чувачка. И, видимо, идти дальше. Mm-hmm. Нет. Хрен там, меня залочили. А, ну правильно, потому что здесь это хрень. Блин, ну бьются они адово просто, я не знаю. Ну, в одиночку там посложнее будет. Ну, в принципе, обычный режим. Это не героический, там еще героическая версия есть. Обычный режим проходится вдвоем спокойно. Главное не втыкать на паркуре. Да это уж я понял. Главное просто самое первое пройти, потому что это самое сложное. Да-да-да. Я дошел до второй версии, короче. Угу. И как бы... И у тебя полминуты, да? Да. И меня убили. Давай. Тащи. Приглушай. Я просто как с гранатомета в них заряжу, чтобы они там не это. И меня опять убили. Все, 0 минут. Черт, фак. Но я был близок. Не, ну, прикольно. Почти показали, как попасть на эту миссию. Да-да-да. Так мы ничего не сделали для этого, но не важно. А ну-ка, пригласи, давай. Сейчас. Угу. Какой-то синий чувак в броне, это не он? Нет, ладно. А, ты на Иву сейчас, да? Да. Ну и там, наверное, этого ивента больше нет, да? Ну, наверное. Ну там этот очаг одержимый должен быть. Не, там сейчас другой ивент. С кабалами? Угу. Ну вот кабалы там чаще всего падают. В теории я могу героически, типа, по идее, запустить. Ты где, кстати, вообще? Я лечу. Ага. Так вот, чем ты занят весь день, да? А ну-ка, сделай-ка меня лидером. Секунду. Ты думаешь, мы героически пройдем? По крайней мере, попрактикуешь. Раз уж начали в этой серии. Ну что, давай, обычку прошли, да? Что нам это-то? Потренируйся хотя бы в прыжках. Не, ну знаешь, мне просто надо хотя бы этот, как он сказать, мне нужно нормальное оружие. Так, ой, единственное, что там патроны бы не помешали бы. Там патроны фиолетовые не дают. Ну ладно, пофиг.
Да я заметил, там ничего не дают. Требуется... Так, ладно, я, кстати, могу пока повыполнять мини этот. Ты не можешь... Из-за того, что ты не завершил обычный, тебя нельзя пускать туда. Черт. Ну тогда я понял. А героический, типа, может любой запустить, да? Ну да, героический может запустить любой, но только после того, как все закроют обычный. Ну, в любой момент. Да. Его не нужно там находить или еще что-то. Ну, в принципе, кстати, у меня не так много времени осталось. Да, у меня, не поверишь, тоже. Тогда предлагаю что-нибудь мизерное сделать, какой-нибудь квест есть? Ну, следующий. Следующий? Ты думаешь, что он такой мизерный? Ну, есть здесь квест на этой, на Йо. Ну, можно его, кстати. А ну куда? О, он появился у меня. Так. Значит, идем. Давай там. Все, ящик можно забирать. Ящик я хочу. Че? Ящик я хочу. Ей. Это преступник. Так, ну что, на Ио, да? Ну, мы уже на Ио. Ну, я в том смысле квестик. Да, давай какой-нибудь. Но в воде не должен быть долгим. Жалко, два раза за эту хрень не дают, да? Что еще раз? Ну, ты типа выполняешь миссию, и за нее два раза не дают бонус. А. А типа только разовый. И нам люди такие, типа, ребят, вы прихренели, что ли? Страж, если ты не занята, ты можешь помочь мне. Как тебе известно, на меня работает широкая сеть доносчиков. Тайных людей. Одному из моих агентов показалось, что одержимые странно ведут себя с вексами. Она пропала. Очень странно. Думаешь, разрушенный нами портал имеет к этому какое-то отношение? Я в этом уверена. Судьба часто настигает тогда, когда ты пытаешься ее избежать. Ты только в соляну вот все не убивай. Да я просто портал закрыл. Одержимый. И спалил его. Кажется, одержимые захватывают вексов. Зачем им это? Они пытаются их покорить? Икора, я тебя умоляю. Без своего короля они не могут покорить даже самого тупоголового гоблина. Что? Тут приближается событие. Сколько там до начала? 4 минуты. Ясно. Ну, может быть, повезет. Может быть. Может быть. Я еще понял то, что дробовиком можно чуть ли не с трех выстрелов уничтожить эту хрень. Я это понял как раз, когда вот эту миссию проходил. Поддержу Икору. Здесь творится что-то неладное, и одержимые хотят от нас избавиться. Поехали. Поехали. Я не против. Мне дали фиолетовую руку. Нет бы оружия, но нет руку. Где мой лук, суки? У этой тетки. Которая умеет делать фокусы с ножом. Ну там будет первый лук, который мне прям дадут. А... Да. Я имел в виду лук, который я выбью. Я, кстати, луки не выбивал. У меня только вот этот стандартный. У меня три лука за это. Я поймал передачу вексов. Стопэ. На сигнал бедствия. Попробуем отследить. А ведь я ж могу передать лук. Кстати, да. Если я его не распылил, конечно. Йо. Че я туплю-то, да? Читы. Ну да. Летим! Костяная нора. Это когда, знаешь, ты типа очень хороший водитель в кавычках. Вот здесь вот чувак, короче, сидел.
собаками. С собаками? Да, там чувак с собаками сидит. Ой, что-то не видел? Портал высасывает. Нет, не видел. Там за стеной типа сидит чувак с собаками. Типа они его тоже захватили. Ир-а-рок. Ай, патроны кончились. Нашел его? Нет. А чем квест, подожди? И что же любовь к Кюри? А вот этого? Да, большого дядьку. Большой дядька, умирай. Принял. Икора, кажется, мы нашли одержимого рыцаря, который все это затеял. Он сбежал, но мы напали на его след. Это существо догадалось бежать? Мы это не поняли. Будьте осторожны. Мы думали, что только Орикс, одержимый король, мог захватывать своих врагов. А, Орикс. Боюсь, а теперь это другой. Вот он, видишь? А, этот. Эфрадн. Ну, погнали, посмотрим, что там за ивент. Как раз примерно по времени укладываемся. Ну, вроде бы. Опять же, я спауну этого боссиков тридерных, не помню точно. Только один, по сути. Там, короче, когда начинается вен, в одной из лок, ну, рядом здесь, там, около 5 лок разных, в одной из них появляется боссик, который называете, и тогда откроется портал. Mm-hmm. Мероприятие приближается, 30 секунд осталось до открытия. Mm-hmm. О, подожди, это еще так далеко, подожди. Обычно они там. Так, ну, стоп. Посмотрим, что это вообще. Странно. Не помню, что был здесь ивент вообще. Ну, скорее всего, раскопки. Не, раскопки, по-моему, ниже находятся. Странно. Может, у них это спауны? Это секретный ивент. Да-да-да. Что это? Что это? Ну, очаг одержимых, залул. Одержимый нарушает. Слушай, нам прям прет. Просто. Нам дают шанс. Все, мы можем искать уже, да? Да-да-да. О, смотри, не мы одни ищем, походу. Все поехали сразу. Так. Мне кажется, ребята нашли, они там уже с кем-то сражаются. Ну, помогим, если. Видишь, я пойду искать мое любимое место. Где обычно все всячего вы находите? Да-да-да, они его нашли, походу. Да, все, они открыли. Открыли уже? Запускай. Да. Что это? Мы за 40 минут уже второй трай делаем. Ты что, спешишься? Я 3 часа один трай ждал. Потом еще 2 часа ждал второй трай. Я просто немножко везучий, у меня очень мало времени, и поэтому как бы без вот вариантов. Да, вот же за. Ну, в принципе, 20 минут, ну, можно попробовать. Если, в принципе, не будем втыкать, тогда можно будет ободонить. Так, ты запустился? Почти, я гружусь. А то у меня 20 минут начинается сегодня. Ну, у меня тоже только что начались. Так, я запустился, да, давай. Прокликуйся. В принципе, если меня, наверное, сейчас опять может вытянуть. С вот первого раза. Не, нормально. Ща, изи. Так, патронов здесь нету, да? Или только фиолетовых нету? По-моему, только фиолетовый не упадает здесь. На всякий случай я тебя оставлю, лучше буду пистолетом шмалять, а то нам дробовик еще пригодится, чтобы эти фигни разрушать. Угу. Стена, нет, стена, ты мой лучший друг. Так, ну, я в теории, не знаю, я могу в теории вперёд побежать. Но я боюсь, что ты потеряешься. Когда вот привыкнешь уже к пути, тогда можно будет кидать до круга. А, там верхние стены, чёрт, я про них забыл. Да-да-да, иди.
Я думал, такой пройдем с первого раза без одного этого. Но я думаю, сейчас ты тоже будешь умирать, так что все ок. Причем в большинстве своем тупо из-за того, что меня ждать будешь. Не, если я буду ждать, я буду нормально. Давай. Не буду тебя слишком сильно кидать, а то потеряешься. Воу-воу-воу-воу. Долечу, не долечу, долечу, долечу. Ебич! Варлы Тимпов. О! Ну я приземлился! Он просто отскочил, сука. Ай, я тоже не. Я потратил случайно даблджамп. Я, кстати, лук мне нужно было поменять на самом деле. Я с лука хрен что здесь убью. Ну, меняй, в чем проблема-то? Сейчас. Сейчас был самый тупой прыжок в мире. Просто такой в стенку уперся и прыгнул. Точнее, даже не прыгнул. Давай, твой самый любимый прыжок. Я долечу до туда. Сука, я забыл про этот долбанный прыжок. С ним будет сложно. Ладно. Так, а я знаю, что сделаю. Я, короче, это... Типа, от третьего лица включу и, типа... Третьего лица? Да, чтобы видеть, что я не приземляюсь, мордой об стол. Так, ну ладно, 17 минут у нас, в принципе, есть время. Я, считай, прошел за 2 минуты эту хрень. Ну, давай, да, есть, детка, да. Ждем, да. Пока эта хрень пройдет. Сейчас, секунду. Да, я тебя подожду. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Дерьмо! Грёбаное дерьмо! Ну, я думаю, кстати... Нет. Нам должно, наверное, минут 10 хватить на то, чтобы разобрать всех там мобов. Ну да, но я понял, там только надо прям с это, с ближнего боя. Так, давай, прыгай сюда. Так, вот это дерьмецо, дерьмецо, дерьмецо! Сука. Ладно, иди дальше, я помню, куда идти. Ты же помнишь? Ну, вроде да, что? Ну, ты туда забыл. Не, ну там где-то еще портал, давай. Ну, портал-то я помню, где правильно, и как вниз пройти, я тоже помню. Мне страшно все равно тебя стрелять. Так, надо было прыгать, и я прыгнул. Я думал, что я перепрыгнул через нее. А, хорош. Все. Так, не подаем. Не падаем, я сказал! Не падаем, сука! Тупо... Электричество зло! Не, за Варлок это, конечно, жестче. Не то, что прям сложно, но жестче. Там вот просто есть один момент, кстати, я вот заметил, что там не очень удобно прыгать, и ты такой, типа прыгнул, но как бы проблема. Так, я немножко подожду. Я сейчас вообще считерил, короче, слышишь, кого? Чего? В момент, когда она выстрелила, я просто, короче, на нее встал. И она меня не откинула. Понял, да, Чукова? Да-да-да. Ну приземлись, ну пожалуйста! А, тут еще закрытая стена, фак. Да-да-да, она скрывается. Подстава, подстав, короче, слышишь, Чукова? Не, ну я тебя догнал хоть. Догнал? Обидец. Ну как догнал, ты же ждал, правильно? Ну да. Ну вот.
Я тебя, короче, догнал. Это последний портал. Так. Ну здесь главное не проморгай. Вот сюда. Да, это я помню, да. Жух. Главное в конце не тупануть. Главное в конце не дисконнектнуться. Вот это вообще подстава такой. Типа, но я же проходил, чё за фигня, да? Да-да-да. Только отходи сразу. Окей, вперед прыгну сразу. Оп. Хорош. Все, изи-бизи. Угу. Ну и ты... 13 О, да. Такой... Ну, 13 минут нам, по идее, хватит, чекал. Да, если будем не тупить. Так, ну, первое, что на самом деле надо уничтожать эти шарики, то есть забей вообще на врагов. Просто ходи уничтожать эти шарики. Я этим и занимаюсь обычно. Угу. Так, где там еще шарики? Пойду вот эту уничтожу. Не убивайте меня, черт. Я, короче, пожертвовал собой, но я убил огромную кучу этих дебилов. Просто огромнейшую кучу. Шарики убивай. Я, правда, не помню, зачем их убивать. В смысле? Ну, чтобы как бы можно было пройти дальше. Они порождают постоянно этих. Раз они порождают? Да. Ну, ладно. Ну, вот их надо убить в первую очередь, в любом случае. Так, короче, в принципе говоря, что это я? Ну-ка. Ну-ка. Ну и да, кстати, лучше ульты делить. Ну то есть, чтобы я потом чуть позже ультанул. То есть вот ты ультанул, значит убивай побольше. Ну я убил сколько смог. Хотя, может быть, мне тоже стоит ультануть. Ну сейчас это сверху добить надо. Я думаю, что мы еще успеем собрать просто. Короче, я попробую сразу этих боссиков основных убить с оружия. Потому что в основном-то дамаг нам они наносят, а не мелкие. Mm-hmm. Так, все, я последний сверху уничтожил. Страшно. Давай, темперы. Так, ну давай-ка я... Ок, меня это спавнил хорошо. А, он меня просто так с двух сторон. Ты тоже помер, да? Ага. Жестенькие ребята, конечно. Да, есть немного. Так, где этот крокозябра, который кастует? Ой, напал. И вот эта вот фигня, кстати, очень много урона наносит. Да. Почти ему щит сняли. Это последний? Да. Хорош. Так, сносим эту хрень. И я там ультанул. Вот здесь вот. Собирай за мной сверки. Там, чем больше ультов, тем лучше. Собираю. Окей, открылось? Наверное. Так, это не туда. Вон, вон, да. Ну, я знаю, там сверка была. Окей. Сюда. Так, теперь второй раунд. Опять же, лучше пробежаться сейчас, поуничтожать все сверки. В большинстве своем. Страж убит! Ау. Так, где я заспавнился? Ну, мы одинаково спавнимся примерно. Плюс-минус. У меня сейчас ульта скоро будет. О, это хорошо. Ай-ай. Готовы? Ай. Ульта? Видимо, ультую. Ну, ультуй. Идеально, чтобы я рядом с тобой был. Мне сверх не помешает. И меня ваншотают тупо. Приколись, у меня шлем стоял 379 уровня. Я думаю, что мне так по мозгам дают? Так, все, я иду уничтожать эти хрени, короче. Да, я тоже. Пойду вот эту хрень тоже. Минус одна. Блин, снайпер, конечно, жесть.
Ты можешь вторую уничтожить? Да, вторую уничтожаю. Один третий устал. Еще есть. Так, еще одна осталась в воде. Да, я попробую сейчас ее грохнуть. Давай. Сколько мне там до ульты? Грохнул. Почти ульт, кстати. Пойду. И вот это меня толкнуло. Да хватит мне толкать! Бесячая хрень. 8,5 минут, но я думаю, нам хватит. 8,5? Ну, надо немножко ускориться, на самом деле. Серьезно? Ну... Не, ну вообще, в принципе, последняя стадия... Не, ну там тоже, на самом деле, да, жестко. Здравствуйте. Ай, понял. Ну, хрень убить! Мы зачем-то с тобой оба в огне стояли, как два дебила просто, я не знаю. Желтых надо убивать. Так, ладно, пойду попробую их ваншотну. Тем более, что пока могу. Ты ближнего на себя возьмешь, да? Я вот пытаюсь слева взять. Да, блин, попасть не могу, криту. Как они меня просто... Не, а, вон еще где есть. Все, ладно, я беру право. Окей. И там, кстати, еще в центре убей хрень, которая нас дамажит очень сильно. Которая пушка-пушка. Пушка-хлопушка. Пушка-хлопушка. А. Так, у меня есть ульт. Давай-ка сейчас немножко подреденюсь. Воу-воу, чё у вас так много-то? Тут их, короче, вообще жесть просто сколько. Там мелкие спавнятся из-за этих колдунов. Больших-то? Ну, кулдоны там спавнят. Я попробую сейчас туда просто грену захерачить. Типа вот так. Потому что она его там насует. Колдуна убил. Mm-hmm. Снайпера не успел. Но без колдуна уже будет проще. Так, 5 минут останется скоро. Пока 6. Последний лоб там не такая уж простая на самом деле. Так, босса. А почему он под щитом-то, кстати? Какого хрена? Ну вот у него щит есть. В идеале его сносить на самом деле этим оружием. Добро, хватит спавнить, заколебал. Так, короче, меня вот это чувило заколебало, я его убил. Все. Ай. На самом деле, я зря еще потратил там фиолетовые патроны. Умри, пожалуйста. Ай, там колдун последний остался. А, возреди меня, возреди. Смотришь? Нет. Смотришь. Я что-то не сразу понял просто, где ты. Ладно, добиваем последнего колдуна. Ой, я возрождаюсь уже тут. Прям с краешку. Так. Блин, хотя этого оружия нету. Сейчас я долбану. Все. Так, да. 5 минут. Такое себе удовольствие. Да. Хорошо, тут же у нас снайпер целится. Да. Сзади еще чуваки спавнится. Так, ладно, я сзади убил. Всех темперов надо снести, на самом деле. Да я уж понял, я что-то зря в гущу событий полез там с самого начала. Попробую возродить. Давай аккуратно как-нибудь. Блин, я только темпер. В принципе, ультануть могу. Черт, у меня патроны кончаются, это тоже сейчас стрём. Так, вызывать не надо. Ай, ладно. Тут вниз надо спускаться, короче. Давай твои стержки пособираю. Вниз, пошли. На самом деле их убивать не надо, там только темпер сносишь и появляется вот этот. Ну и последняя стадия, как бы, давай. Опять же, по всем стержкам работаем.
Блин, единственное, что вот моя ошибка, то, что я потратил фиолетовые патроны, они же не реденятся. Ты его еще пошел их тратить. Они прям очень сильно пригодились бы сейчас. Ну, я 4 сверки уничтожил. Все, все. А тебе я пошел в это, ну. Вот тут дерьма-то в меня наприлетало. Но зато я 4 сверки за раз, так, ну, хорошо прошел сверху. Так, у тебя сейчас босс тоже появится скоро. Так, вот этого надо убить. Ну, босс вон там стоит. Ну, он сейчас спавнится. Все, убили. Да, вот сейчас босс появится. И вот теперь самое веселое. Завалить босса. Трех боссов. В смысле трех боссов? В смысле трех. В смысле трех. Сейчас один будет, а потом двое к нему присоединятся. Сейчас я его не вижу. Да хватит меня выталкивать. На самом деле я их могу их снести довольно быстро, но опять же я зря потратил патроны. Очень зря. Где? Где он? Ты видишь его? Нет. Я его не вижу. А, вот вижу. Один из. Блин, только вас сверху, конечно, бесит. Блин, я возродился за дыркой вообще. Какой косой. Класс. Все, нет патронов. Не, на самом деле я здесь хавал. Могли бы пройти. И мы сейчас можем пройти. Ну давай. Они только недавно убрали на самом деле эту функцию, то что фиолетовые патроны больше не дропаются на этой лодке. Это такой бред. Я проходил, когда еще они реденились. С этим гораздо проще проходить. Ну зато хардкор. Ну так. Че там у тебя по пульте? Может, ты скоро наберешь? Я ему большую часть одной из этих снес. Осталось чуть-чуть, осталось полторы минуты, не, мы не успеем. Но за одного босса-то нам что-нибудь дадут. Нет. Суть. Типа либо все, либо ничего, так что ли, да? Да-да-да. А, у меня вообще все патроны кончились. Лол, нам надо убивать, у меня тоже сейчас закончится. Идти тут колотить народу. Подожди, там микро. О, еще два босса пришло. Да-да-да. Круть. У меня патроны кончились, все. За что я увидел там фиолетовые патроны? Не знаю. Я мне поддался. Я бегу к тебе. Вот дерьмо-то, а. Я говорю, мне нужно было нормальное оружие, не то дерьмо, которое у меня сейчас. То есть для прохождения миссии оно еще куда не шло, но. А, попытка снять соединение. GG. Ну, я хотя бы дисконнектнул на последних секундах. А, подожди, типа я хотя бы увидел босса. Так, стоп. Меня не дисконнектнуло, меня заполнило на самое начало. Удачи. А что тут 5 секунд осталось, я просто поваляюсь мертвым, чё. Короче, в следующий раз надо будет прийти с 20 патронами туда, фиолетовыми, и тогда я могу, в принципе, снести их всех. В теории. Ну, это будет когда-нибудь в другой раз. Да. Сколько-то времени-то? Ой, 35. Ладно, наверное, пора завершать эту миссию. Это был просто такой чумовый забег. Ну, пробуем еще раз. Да, блин, такой, знаешь, такие, типа, выходим, и сейчас еще раз эту миссию. Это уже перебор. Я просто бы, не знаю, ржал бы уже в эту сторону. Вот. Ладно, чё, кого? Все тогда, давайте всем, ребят, спасибо. Ни хрена у нас не получилось. В следующий раз пройдем. Тут, ну да, в следующий раз на записи, я думаю, пройдем. За Радомин, как, с твоей удачей, ты там подкрутишь что-нибудь. Хорошо, обязательно. Зайдем сразу же, и хоп, и... Разрабам напишу такие, ребят, надо, типа, это, пройти, я-то обещал. Да-да-да. Такой, ну вы ж понимаете, да? Чикаго.
А нет, смотри, здесь сундук есть, слышь. Сундук? Даже добычу можно забрать было. Лол. Да, ивента нет. Брат, на 380-й уровень. Лол, что? Ладно, пойду с чуваком в пещеру прогуляюсь. Вот. Наверное, после этого завершу уже. Надеюсь, им больно. Ладно, Хан, давай тогда удачи, если ты еще не отсоединился. Да, все, давай. Давай. Успех всем. Свидимся, думаю. Вот такие вот пироги, друзья мои. Вот такие вот пироги. В принципе-то у нас персонажи-то довольно сильные, но видите, тут бывают такие еще прикольные ивенты, которые я, например, про него вообще не знал. Что такая штука может быть. Прикольно, прикольно. Паркур, все дела. Я на самом деле на Ханте есть, ну вот на егошнем таком же персонаже есть пару скиллов, которые могут их тоже фактически, ну не ваншотить, но убивать огромные толпы. В принципе, у Варлока, по-моему, тоже есть такое заклинание. Ладно, посмотрим еще, может что-то получится вырулить. Так. Ты что, дружочек, оборзел немножко. И друзьяшки твои тоже. Вот эти вот в особенности. Я помню, как-то я... А, ну хотя это, скорее всего, на запись тоже сделал, поэтому... Долго что-то его мочил вообще. Очень-очень долго. Все. Изично. На оружие, надеюсь. Нет? Как всегда, ненужные руки. Грустненько. Здесь можно смотреть. Обнаружена новая история. Здесь дырка, видите, просто закрыта. Но попасть сюда тоже можно. Тоже знал-то. Ладно, ребят, всем спасибо, всем удачи, хорошего вам настроения. Надеюсь, вам понравилось. Чё кого? Да?